Татьяна Борисовна, как давно вы занимаетесь историей костюма чукотского языка, историей языка, историей фольклора чукчи? В детском ансамбле, который назывался «Северина», я пошла в 7 лет. Все эти годы, 7 лет, практически беспрерывно я занимаюсь песнями и танцами фольклора народов Чукотки. Закончила Национальный колледж искусств, преподаю и параллельно являюсь участником ансамбля «Энмин» Дома народного творчества города Анадырь уже 12 лет. Хорошо. Я знаю, что вы многодетная мама, к тому же, да? Да, у меня 4 детей. Моя мама родом из села Тойгунен, которого уже нету. А отец, он с Анадыря, когда еще как такового города не было, Анадырь. Вот, он родился там, Церковников Борис Ильич. Мама Окак Лариса Алексеевна. Мама чистая чукчанка, папа юкагир по национальности. О чем эта песня? Эта песня «Весна пришла», о том, как прилетают птицы, как на улице становится тепло. Вот. И птички радуются весне и начинают щебетать. Вот. И еврашки тоже начинают радоваться весне и как будто бы играют в догонялки. Как красиво. Чувствуется по ритму, что это весна, да, весенняя такая песня хорошая. Ага. А кто вас учил чукотскому языку и тем более петь, исполнять песни? Первый мой преподаватель – это Светлана Михайловна Медведева, учитель чукотского языка в школе. Вот. Потом, когда уже в Анадыре продолжила там первая ступень до 9 класса, и после 9 класса до выпуска с колледжа вела Светлана Александровна Гомозова. Вот. Ну и, естественно, фольклорное исполнительство, оно связано с языком. Помимо мало того, что песню нужно выучить, ее нужно знать дословный перевод, кто автор, вот, научиться ритмовать на яраре, на бубне, вот, и научиться ее правильно исполнять. И как бы все это
Очень связано и язык, и песня, и танец, все в целом. Даже Елена Викторовна Тевлявье, мой учитель по фольклору, на протяжении всего обучения вела урок только на родном языке. Вот, и от нас тоже требовала. Поэтому песни, которые мы все исполняем, благодаря ей, первым вопросом, которым мы задаемся, это кто автор, откуда и дословный перевод. Все песни, которые мы исполняем, мы стараемся переводить, чтобы знать, о чем мы поем. Горловое пение, как и скороговорки, как и песни, они неотъемлемая часть фольклора Чукотки. Поэтому с первого класса детки у меня стараются самые простые элементы горлового пения пробовать исполнять. В 16-м году моя ученица Викилова Александра, благодаря композиции горлового пения, которые поставила я, заняла второе место. Молодец какая. А насколько это сложный, по технике сложно? Ему надо долго учиться горловому пению, я так понимаю, да? Мы пробуем элементы с самого, по нарастающей, от простого к сложному. Пробуем, в свободное время, пытаемся импровизировать. Это не так сложно, но когда мало владеешь исполнением горлового пения, от долгого исполнения кружится голова всего лишь. А потом, когда уже от репетиции к репетиции, от выступления до выступления, тренируется все-таки дыхание, и как-то не так сложно на самом деле. Главное, чтобы это было от души. У каждого по-разному. У кого-то не так похрипы глубоко образуются, а у кого-то прям как будто изнутри, я бы сказала, да. А вы больше звукоподражательно еще, да? Звуком природы, хорканью оленя чувствуется. Да, звуки природы – это самое, можно сказать, любимое, самое неотъемлемое в композициях горлового пения. Угу. И оленя, и птиц. Не одну, например, птицу, а ворона, чайку, журавля, куропатку. Звуки, которые не животные, не птицы, а вот когда танцуют. Произвольные. Да, произвольные, вот как будто вот прямо уханье такое вот раздается сильное. Мне всегда мурашки по спине, когда я такие звуки слышу. Mm-hmm.
Насколько вы, встречаясь с другими чукчами, можете вот по языку, по наречию, по говору отличать? Вот, допустим, с Чукотки, вот этот, с Якутии, чукча, или сильных различий нет? Ну, различия, конечно, всегда есть. Например, у южных чукчей очень мелодичные такие песни, мелодии. А более северные, например, с Айона, у них как бы погрубее, что ли. По квадратнее. Вот. Отличаются и значение слов немножечко. Где-то кау-кау – хлеб, где-то цокар. Вот. Различия все-таки наречий даже на Чукотке у чукчи есть. Но в целом, конечно, понимают друг друга. Есть женские слова, мужские слова. Да. Мужчины произносят, например, слово «очоч» – начальник, а женщины – «осос». Рекают мужчины, женщины цекают. Молодежь, дети с удовольствием занимаются у вас, да? Все родители и дети, которые приходят к нам в детскую школу искусств, они с самого начала очень одухотворены тем, что они будут петь, танцевать и наравне с нашим государственным чукотско-эскимосским ансамблем РГРО. Сравнивать, ну то есть чуть-чуть ближе к ним. Они у нас знаменитые, в общем-то, и когда есть возможность поработать вместе, когда работает наша детская школа искусств, Дом народного творчества РГРО, вот, это, конечно, большой праздник для всех. Потому что у РГРО есть теперь группа преемственности, вот тоже они берут деток различного возраста, и дети выступают наравне со взрослыми. Я как-то в Москве видела выступление Эргороны, и вот солистка, она 40 лет руководила или танцевала, вот такие волосы у нее были шикарные. Как же ее звали? Екатерина Александровна Рольтенгеут. Волосы, вот как она выпустила их, и вот они до земли упали. Екатерина Александровна, наша первая балерина, очень хороший человек, который внес большой вклад в нашу культуру, автор многих песен, танцев, книг, вот своих творческих работ, занималась многими созданиями фестивалей, всевозможных конкурсов, «Юные дарования Чукотки», вот это тоже она. Привлекает, она мой учитель, она сейчас вот я работаю, она и со мной работала на протяжении 7 лет. Недавно кое-как ушла на пенсию, ну все равно присутствует на многих творческих вечерах, концертах, везде ее приглашают. Вот, и везде она молодежи помогает, подсказывает, где что не так, какой нужно костюм, какое нужно исполнение, будь то горловое пение или танец и так далее. Да, до сих пор работает наш заслуженный работник культуры, наша именитая Екатерина Александровна. Борисовна, а скороговорку чукотскую мы услышим, да? Да.
Ну, скороговорок много, и девушки сейчас на эргаве соревнуются между собой в их исполнении. Самая простая – это ярар оккам хюля нау анкай. Как ярар, как тарелка, глаза хюля. Нэу – это девушка, большие глаза, как ярар, как тарелка у девушки. Ярар оккам хюля нау анкай. Или, например, танг пылет эм, хан оккер. Умкеттель, вырринкель, хтиньелкай, гибкая, с толстыми косами, в керкере, в пестром, девушка. Танпель там канкер, умкеттель, вырринкель, хтиньелкай. Вот. Есть еще непереводимые, то есть скороговорки, у которых нет перевода, на эскимосском языке. Вишукас там мальчака на вашвакан, что вашвакамит вам гадко на там там мальчатур на кумка что капи. Одна. Ну, то немного. Мне кажется, это чтобы понарошку как-то так невозможно такие звуки издавать. Сложные, да? Ну, когда мы учили, это было достаточно сложно. А есть у чукчи родовые песни, личные песни? Да, есть. Национальный отдел Дома народного творчества провел концерт, и там были использованы мелодии Туманской тундры, села Туманское, которого тоже, к сожалению, сейчас нету. Есть в Доме народного творчества аудиофонд, это записи творческих лабораторий, можно так сказать, которые собирали со всей Чукотки, со всех районов, сел материалы. Они оцифрованы, и этот аудиофонд шикарное наследие, которое удалось сохранить. Вот, и в которых есть эти именно личные мелодии. Мы использовали мелодии «Окке», «Секве» и «Ятенто». Ну, три, которые я хорошо могу исполнить. Ah, and
Очень красиво, такие древние звуки, да? А скажите про свой ярар, кто вам его изготовил? Ярар сделал мне Анатолий Амрнват с Иультинского района села Амгуэма. Он не так давно стал, можно сказать, одним из единственных изготовителей чукотского ярара. Обод деревянный и шкура оленя, также выделанная и натянутая. Вот. Есть же несколько видов яраров. Лёгкий ярар – это настоящий ярар, делается с рукоятью, которая крепится к ободку. Это танный ярар с ручкой, которая как у коряков, можно сказать. Тоже у коряков используется такой вид рукояти. И саяк эскимоски. Там используется тоже деревянный обод, но он намного уже, и желудок моржа натягивается. Ручка также крепится к ободку. Вот. И у саяка используется китовый ус, палочка из китового уса. Вот. У меня тоже есть китовый ус, но я его не использую, потому что еще мало им владею, чтобы правильно исполнять. Угу. Какая у вас самая заветная мечта? Что бы вы хотели? Самая заветная мечта? Неожиданный вопрос на самом деле, потому что каждый раз... Не, вообще мечты сбываются, в это я верю и знаю, что они сбываются. Я очень бы хотела, чтобы мои дети и наша земля, земля Чукотки, продолжала заниматься оленеводством, чтобы возобновились повсеместно торговые ярмарки, праздники, чтобы были все наши традиционные, слышался везде родной язык, этого очень не хватает. Очень это люблю и пропагандирую традиционный образ жизни детей своих. В семье воспитываю, чтобы они продолжали изучение родного языка, песен, танцев. Они ходят на репетиции. Сын закончил по моему классу музыкальную школу. Поэтому дело живет, будет жить. Буду прикладывать к этому максимальные усилия. Пусть так и будет. Спасибо.